Cover Boys. Вам понравилось? Отлично, отлично. Потому что хочу вам кое о чем рассказать. У нас по залу ходят волонтеры. У волонтеров есть анкетки. Мы очень просим вас оставить обратную связь о фестивале и обязательно вернуть волонтерам эти анкетки, потому что иначе мы об этой обратной связи, к сожалению, не узнаем никогда. Вот, поэтому, пожалуйста, если вдруг вы встретите такого волонтера, заполните, пожалуйста, небольшую анкетку и расскажите нам, что вам нравится, что вы хотели бы улучшить в нашем фестивале. Спасибо большое. Вы, кстати, заметили, насколько красивые ребята выступают? Это просто потрясающе. Они готовятся не просто выучивая хореографию, они это делают с душой. Я лично вообще в полном восторге. И ну вот после такого мощного мужского начала, мне кажется, надо чуть-чуть смягчиться и перейти как бы к следующему конкурсу. А следующий конкурс у нас K-pop Cover Girls. И открывает его команда It's Time, город Новосибирск, с кавером Girl Gang XG. Встречаем!